Попробовать. А у тебя сектант есть, чтобы координаты? Есть. Есть, есть. Во, слушай, у меня есть просто карта, а сектанта нету. Я сегодня делал, я сегодня хотел и шлем с ластами сделать, но не получилось. А, кстати, как они делаются, интересно. Там капец. Там так столько рисов надо. Там ужас всего надо, сколько. Я боюсь этот... А, кстати, а можно же, знаешь, как сделать? Есть карта, забить координаты туда. И не проблема. Есть же вот этот архейчбокс. Там забить координаты и не париться. Что такое архейчбокс? Сейчас кину. Ресурс там. Карта мира. Карта мира, это со всеми... Я в РК скинул. И там можно отмечать точки, там где пугало, допустим, стоит, еще что-то. Такие важные, ключевые. Там, кстати, еще есть это секретные места с этими... Со звездами. Слезами, со слезами. Луи. Я не помню, кто разработчик, это, скорее всего, это Гоховский. Гоха. Ребята, когда... Фартануло! Илёна Шмоточка с краю посел. Какого? Зелёная. О, две зелёных. Я нормально, вообще фартовые. Это чё, это... Легкий или это? Средний. 24-й, короче. Я легкий, средний, тяж. Средний. А, ну тогда легкий. Я на легкий иду. Может, ныпа не подфартила, что она обычная. У кого есть кожа сыромятая? Вообще пока народ, кто-нибудь знает на восточном континенте, где находятся бочки с этой с минеральной водой? На восточном их не... А, они на этом самом... В Мираже продаются. Нет, там продаются этот... Ну, ваучер, так сказать. А где-то здесь, на причалах, должны стоять бочки с водой, чтобы на северный континент не плыть за ней. Бочка с водой, ты имеешь в виду для акхилтумового дерева? Да. Минеральная. Она стоит в Мираже, рядом, где покупается камень дальних странствий за слезки. На море я. И стоит как-то ведерко минеральная вода начального источника. Да. Что-то я там первого не увидел ее. И что, той водой можно поливать, да? Акхиумные деревья, да. И прям вот рядом. Где купить их? Где купить акхиумные деревья? И только на Мираже. И только там растут. В Мираже садить их можно где угодно. А прикол, они либо слезут, либо акхиум. Все, они прекрасно растут где угодно. Проблема только в поливе. Если не покупать за слезы Нуи, за дельфийские, вернее, эти монеты, то надо только на северном континенте воду брать. Она, скорее всего, сейчас в нарезке появится. Кто? Посмотреть, когда она идет. Блин, у меня потому что я один раз плыл, и меня выкинуло, и я в нарезке. Ух ты, я интересное место нашел. Место этого... как называется-то? Постройки. А, подводная фирма, слушай, да. Ага. Будем знать. Вон, видишь внизу это точки? Прям под нами. Я заскринил. Боцман, а ты тот? Борман? Не Борман, кто? Кто-то? Да, я тут. Напиши что плюсик, я тебе сейчас скину все. В эту область можно строить подводные фермы.
две области. Одна в Нистрии, а вторая в этом самом, как его, поищей землю. И сейчас скину тебе ресурсы все. А, ну это чуть попозже сделает, или тебе прямо сейчас, потому что я еще на ферме стою. А, ну... А, ребят, вы уже выплыли? Кстати, я здесь могу тебе передать? Мы сейчас Лорика ждем. Ты можешь либо на почту скинуть, либо передать мне непосредственно так. Передается. А ну вообще, сейчас я тогда эти куплю себе. Придется нырять за грузом. Да на почту отправь, да и все. Ага. Тебе пропитывающие, мы тебе... Всем привет. На почту отправляй, придет, я получу и сделаю тебе. А есть танки с опытом фермы? Ну, она выгрузочная. Кто на ферму хочет пойти? Ребятки. Лори, ты тут? Да. Заходишь? Да. А? Да. Чё, а? Да. А, с грузом. И с грузом? Офигенно. А я, блин, тут недавно вылетел так же самое. Зашел на респе, блин, без груза. Ладно, все на месте. Там же вроде как, если ты на последнее задание накупила, там нужно только до точки донести. Но продать-то груз надо. Надо, но не обязательно. Ну, это все-таки голда, либо монетка. Ой, давай. Эти там 5 или несколько голд ничего толком не сделают. А дельфийские? Ну, а дельфийские констпати для этого есть специально. Как-то заморачиваться с одним грузом и ломать себе голову, думаю, не стоит. Не, мне понравилось вчера вот этих вытрясать красных. Забирать их паки. Это Борман тебя отправил? Да, вижу, пришло. Закончу, в город попаду, скрафчу тебе. Окей. Нету в мираже воды для окиумных деревьев. Посмотри, где камень странства и внизу продается, когда ты выходишь с выхода. Это продается вот этот ваучер на приобретение воды, а не сама вода. А я вчера тыкнула, показывала, чтобы приобрести воду. И стоит от... Приобрести ваучер для покупки воды и сертификат. А, окей. Я прошу прощения. Ну вот лишний раз сюда сбегал. А где же ее брать? Что я... Ну я а один вот, кстати, источник ребят, знаю. Смотрите, на бафы свои посмотрите. Эффект караван. Там вроде больше 3-4 надо, видимо. Чтоб с грузом были. Видите? О, скорость передвижения с грузом повышена. Ну это у тех, кто с грузом и это рядом. Ну, считай, на осликов, плюс под песню, плюс с этим бафом. Получается довольно-таки бодренько. Сколько у тебя есть там индикаторов? А, сейчас. 11.
На корабль это вроде не влияет. Вы бы свет вырубили, что ли? Что-то на всякий случай. Врубается, я не могу понять. С автоматом просто. Ну, автоматом он не врубается, на самом деле. Не, я просто его врубал уже, наверное, раза три, он сам врубается. А, кстати, ребят, смотрели быстрее, чем кролики? Фильм. Квартеты И. Или квартет А. Да, я советую посмотреть. Тот, кто кому понравился фильм «О чем говорят мужчины», наш тоже, тому советую сходить на него просто. Бесил в ухо просто. Да у них все фильмы ржачные. А? У них все фильмы хорошие. Да. А спектакли, так это вообще у Марта. Увидел, включились опять фонари. Блин. Видимо, ночь. Потому что ночь. Типа темнее стало. У меня вопрос насчет минеральной воды. Так можно как-то набрать по-другому, кроме как на остров? Остров же закрыт еще. Можно. Можно, хорошо. А можно массе в ПМ написать? Или за деньги? Можно, можно. Спасибо. Я вот сейчас сбегаю, проверю эту информацию и напишу. Спасибо. Жена с черным поясом по карате – это крепкая семья, воспитывает. Тут и дети, вежливая свекровь, любящий верный муж. Видимо, шутку не оценили. Просто бородатая уже. Я знаю. Я еще, знаете, какую... был на море буль. Еще заметил фишку, вот милишника лучше делать кошкой. Я вчера корейцам милишника в латах пал с высоты. Ну такой небольшой. Ну такой приличный дамаг по мне прошел при падении. Такой кошкой пупал, блин, и ни хрена такого не было. Как у кошки специально пассивный баф, мягкое приземление. Я просто не знаю, может там еще зависит от того, что на те латы висели, на мне висели, может я там приземлился. На хз, но там пассивка, там на 20% вроде дается, сейчас скажу. Не, вот кошка, я приземляюсь в это. А, вот, мягкое приземление снижает получение при падении с высоты урон на 20%. Так, ребят, внимание, скоро подплываем. Он пойзанный таскает минеральную воду, значит я в правильном направлении бегу. Ну, ура, товарищи. Короче, если садить акриумные деревья на своем восточном континенте, их надо садить как можно ближе к Альтере. Потому что
Да, потому что воду таскать на себе, как пак с грузом. Так, я запишу Альтерию. Вот это у нас как, в какой локе? Ну, эти, полуостров Рассвета. А, окей, а у меня там огород как раз. Вот тебе хорошо, а у меня в начальной локе кошек огород. Вот я сейчас потащу туда воду. О-о-о. А ты что, Люси, подожди, нет, там? Подожди, с портала, когда ты же с Миража с портала выходишь, верно? Ну да. Что ты в портал прыгаешь, где зашел, там выходишь и все, и тащишь до своего дерева, все верно? Нет, воду ты набираешь в земле, а несешь, где твой огород, где ты посадил. Ребят, внимание, нападение сзади. Только в воду не прыгайте. Внимание, слева, сзади. Приготовьтесь. Подходи до, к самому. И убирай и все на, то самое, на лестницу. Убирай корабль. Убирай корабль. Все на лесенку, а я тут... Все, водичку купил. Ну какой умничка. Только вот единственное, что вот я сейчас принесу, посажу саженец, полью. Через 6 часов мне придется еще одну бочку воды тащить. Ну это, конечно, капец. Слушай, а именно в Альтерии ты... Ребят, будешь... все успели. Ну, меня убили на лестнице, я не знаю, успел я там дать. Всем здрасте, чем занимаетесь? Доброе утро. Груз где? Груз раздают врагам. Два груза, я вижу, забрали. У тебя как дела? Да я только с работы пришел. Ой, а ты на работу вышел? Ну да, если как бы уже все. Закончились. Ага. Лафа закончились. Плавай. А квест засчитали, посмотрите, кому нужно было. Да, засчитали. Бы. Ну, теперь за чучелом вперед. Дим, у вас в какое есть домик? Да, маг по мне пришел с двух ударов. В общем-то не знаю, но по-моему был. Но мы пока не собирались дом строить. Ага. Если что, можешь приходить у нас дома поспать, 50 очков работы восстанавливать. Че, ребят, пройдемся по западу? Ну, я как раз сюда и прибежал. А с какой скоростью? 10 минут. Ну, раз в 22 часа. Офигеть. Ну. Да и да не надо, выходит. Звёзд не хватило, можно было взять кровать покруче, там 80 вообще восстанавливает. Ну, вы смотрите, и только тогда, когда они нападают, вы можете их бить. Ну, вон там зарождающие есть. Где у вас домик? Соколиный. Прикольно, а дракончиком легче залазить на горку, чем вот кошкам. Ты когда пойдешь, свистни. Да, хорошо, спасибо. Че, кого-то ждем? Ребят. Я вот залезть не мог. Луноморье где-то. Вот ты. Купается. Давай мыть или... давай. Смотрите, только к гвардам не залетите, а то один удар и все. Ага. Как видите, только гвардейцев заднюю скорость включайте. Народ, а в путевых заметках можно вместе с грузом путешествовать? Нет. Если бы. Жесть. Я из-за этого один камень странствий потерял.
Юля, а кстати, кровати на дельфийские стоят или да. эти слезы? Вчера крабила целый день. Муж помогал ей чистить глаза. До 5 часов утра крабили, короче, эти мядальки. Дом отстроили. Ну давай, атакуй меня. Ну атакуй меня. Иди сюда, хороший. Ну, там 10 монеток, я за одну монетку купила. Давай. Ну я на крабу вдруг. Давай. Спасибо. Самый дешевый дом сколько стоит? 25 с дельфийских звезд. Сейчас в КП-шку спущусь. Да не, он не будет, ну куда, 27-е. Смотри, вот там дальше можно в кладбище драконов пойти. Там вот назревается первый этап войны. Ну давайте вперед, мы за тобой. Либо вообще на в низины. Или метку поставь. Ну один раз еще. Куда пойдем? Умереть надо, все равно потом портанемся домой. Ну куда сейчас идем? Найти там место, где можно поубивать кого-то. Показывай. Так, я понимаю, нам вон прямо, напрямки и дорожку вперед, правильно? Или пошлите тогда лошадок купим, что ли, раз приехали, да? Коня хочу, коня за полцарства. Полцарства, вернее, за коня. Ба! Нет, так прикольно на очков. 10-го вы вообще не можете атаковать, даже если он да, отступает. Да мы знаем, просто город отнебочил. Трупная крыса. Не помню. Кто подскажет? А зайти сможем или мы туда? Ферма, не забьют? Где ферма по карте, по-моему, или где... Вот не помню, где-то там, где ферма вроде. Ребят, а или эти самые... Вот, вот Гардуэйн, по-моему, там. Вы на полуострове Саларит или на полуострове Падающих Звезд? Где вы? Сейчас, тогда на Гардуэйн, вот это, по-моему, да, поехали туда. Давай, дам рейд-пати. Это у нас кто? У, я у него левел было маленького. Там два. Ну, за восток. Ой. Там Гордый. Ой. Гвардия, я же сказал. Идите туда. Я не могу поставить крестик. Знаю. Ладно, я вас догоню. Дим, иди в Мираж, иди глайдером, купи себе поехали два или три. Мной, я покажу, где а, плюс они, это у нас кто, лев, да? Или что? Ну, еще раз. За мной давайте, кому-то... хренотень. А, все, я тебе дал лидера. Ага, догоню. Там тоже есть гвардия. А ёкало, мама! Так, стороной. Ну зачем ты так напрямки? А я что-то их не знаю. Вот идите к статуе Нои, постоим, подождем. Отсюда, кстати, даже ближе будет ехать с респы.
Дим, я тебе в ПМ пишу, потому что не... Чтоб... Не влезаю в разговор. Смотри, смотритель стоило, там дальше есть. Там чуть дальше есть смотритель стоило. Дим, смотри, чтобы глайдер построить, ну, у тебя есть самый простой глайдер, да? Идешь в мираж. А, окей. Реально. Дима, который про глайдер, понятно, написала, ну как бы еще есть вопрос? А реально вот этим драконом легче забираться на горы, блин. А, этот дракончик. Чё, кстати, нашли? Кого? Лошадку продающуюся. Ну, мы подбираемся потихоньку. Не хочется на гвардов нарываться. Один удар, четыре дырки. А, кстати, это, наверное, не на Гордене, это как раз, по-моему, на ферме. Вы немножко промахнулись. Смотрите, там гварды эти, блин, жесткие, конечно. Свиней нашел. Где? Нет, ну бегают так свинки. Их забить нельзя. Жалко. Желтенькие. Где я тут? Видимо, они по квесту. Че, нету здесь? Что-то я найти пока не могу. А вот рядом с общественной фермой, вот там есть рядом по карте, если смотреть, там тоже есть. Это или здесь вот где-то, где я линканул, или на перекрестку ближе. Чёрт, как мы там? Ну, смотрите, стоило, есть два, чуть-чуть выше. Вот, не у смотрителя стоило, правильно? Вот ферма, она напротив. Ух, понастроили тут, понаехали. Понимаешь ли? Тут заблудиться в соснах можно. Главное, чтобы гвардов там не было. На-на-на-на. Где? Нашел? Да, нашел. Только сюда подходить, а то тут нас могут запыкашить. А какой ник? Хренатень. С намадом. Да, я тоже их вижу. Эх,
как бы отживать, а? Как там, кстати, мой посох живет, радуется? Крафтить? Значит, крафтить? Я ж фирму пошел, я же сказал, освобожусь, сделаю. Я думал на другой. О, серого коня берите, прикольно. Хотя гнедой тоже не вот ничего. А чем лучше кони? Кони? А, в принципе, ничем, по-моему. Ну так, они в принципе по скорости. Не, эти лучше тогда уже. А чё, черного коняшки нету? А черный это есть. Только в этом. Да. Мираже. Ну, печалька. Эй, серенького возьму. А эти послабее, чем на мираже. Так чисто, бля. А вы что здесь? А, это. Да я потом у себя вы поставлю. Прям стоите вот где кони, да? Я так да, понимаю. Да. Я скачу к вам. Что-то я найти вас не могу. Смотри по карте. Да вот смотрю. На ферму никто не хочет сходить дальше. Во-во-во, видим тебя. Да, скачу. Чё, куда дальше двинем? Не пытайся к кем подраться. Вряд ли мне есть. Может, на полуостров падающих звезд? Там паки что ли отвозили? А кто-то какой-то буланный. Верни, посмотри, на вид. Була. Как он стоит. Ну давайте переправимся туда, там хоть зона. Куда? На эту полоску падающую. Вот 34-й появился, хотя может по кому-то ударит. Где? А? Не, он не ударит, он не дурак, мне кажется. Ну поехали на полуостров заглянем. Ребят, подождите секунду, кто не уходите. Так, где здесь кто? Номан, я тебе сейчас кину это самое торг, я хочу посмотреть это самое. Передается, не передается, я жене куплю, если передается. Угу. Не передается. Спасибо. Усталость без коня совсем. Да, сплодим, по это купим. Я потом с ней сбегаю, сейчас посмотрю на карту, запомню, где это. Ривертон. Ну чё, почапали? Ну давайте к морю. Кто знает, что ему нужно для выращивание. А хз, там корнеплод только один, по-моему, если купить надо. 30 секунд растет. Тут, скорее всего, еще оленя где-нибудь можно прикупить. Олени это в локе эльфийской. Ближе. Короче, дальше. Вот олени, вот, кстати, на запад. Хорошая идея. Хотя Йети в этом плане лучше, у него там прыжки резаются каждые 12 секунд. Отдай клевер. Клевера отдай. Эй! Блин, успела. Я не видел, насколько высоко прыгает это. Паки, ням-ням-ням. Я могу зайти за запад. Давай. Короче, скинуть, ну купить эльфов всем. Если нужно будет. За запад. Ты же нам не перепишешь. А как ты передашь-то? А почта в принципе нет. А думаешь, по почте передадутся? У тебя же другая фракция. А это персональный предмет, он не передается. Я сейчас пробовал, хотел два коня взять мне и жене, а он привязывается к одному персонажу. А чё мы сюда прискакали? Сейчас переплывать будем. Назад? Не, это на остров падающих звезд. Звезд, окей.
Тогда фокус-фокус. Из него, из ничего получается корабль. Так. Это вырубим. Это вырубим. Чё, все на месте? Смотри, тот аж развернулся на лодке, в обратную сторону поплыл. А, где, где, где? Может его это сам? Да нет, он это, в зоне еще в этой. А это нельзя этим, как это называется-то? Гарпуном вытащить можно. Здесь это самое. Но далеко плыть. Пис-зона. Не, а гарпуном в любом случае нельзя, что ли? Можно. Я не знаю, по, ну, как в этой зоне быть его. И вытащить-то вытащим, но убить не сможем. Ну, ради прикола, чё. Не, можно, можно. Так, покажи метку на полуостров, куда тащиться. Как она стоит? А, все, вижу. Только что поставили. Ну вот кто фонарик включил? Они сами включаются. Блин, надо чаще как-нибудь в воду поплавать. Тут что-то внизу есть. Секстант показывает? Нет, там какие-то свечения. Неужели вы не видите? Нет. У меня настройка горизонта. Ощущайся. Что-то там умер, что ли? Два кораблика, смотрю, вдали. Ой, что это? Медуза. Медузка плывет. 50 уровень. Тут бахнет по нам. Помню, как-то я решил переплыть с полуострова Саларит на полуостров падающих звезд на лодке. Я плыл 15 минут, в итоге меня эта медуза убила. Привет. Я огорчился, а возродил самое главное, я не в полуострове падающих звезд. Здорово. Здесь как бот, гарпуном его забирай. Ой, какие это, ребятки. Метка? Куда поплыл? Внимание, еще один тримаран. Слева. Это наши. Straight Coalition? Че, будем брать? У них тримаранов этих долбаешься. Подкручивай. Ну их меньше. Давайте. Бей! Тяни. У них респаки есть, да? Да. Каспер, а ты смотрел миражи эти самые? Я сегодня смотрела эти станки в дом поставить. 39 и 40. Должны осилить. Давайте 40-го лютая первой по метке. Бьют.
Ребят, на корабль. А паки что, разбираем. Пошли, да? Не знаю. Корабль разбираем. Второй снял вроде. ДХЗ? Главный корабль наш. Посматривайте по сторонам. Интересно, паки, наверное, на дне. Кстати, да. Паки на дне. А место-то запомнили где? У нас же есть эти самые акваланги, можно нырнуть, поискать. Просто одеваешь на себя. Акваланг у тебя заряжен? А, смотри, акваланг занимает место. Я тебе покажу потом, как это делается. А, кстати, есть же специальные воздуховые, это какие-то. Мешки. Да. Но они вроде для чего-то другого. И чтобы поднимать сокровища. А, точно. Если потом попробуем сокровища найти, то поднимем. Блин, разберем, не успеем, не успеем. Так, по нему, наверное, пушек надо, по идее, бить. Они вручную. А тут смотри, тут рядом это абордажная какая-то хрень есть. Попробуйте взять. Там с лука вообще по единичке. Так у меня тоже бьет по 2, по 3. У меня нормально бьет. 4 максимум. У меня мана уже все. Че это было? А вот пушки. А смотри, вон еще есть рядом что-то абордажная хрень. Попробуйте взять. Эй! Молодец, как? Куда ты плывешь, а? Я бью. Не вернулись. Сзади, справа. Вне досягаемости. Сзади, сзади, ребят, с паками. Эй, уплыл наш пак. Да, бульк. Сейчас достанем. Видимо, не догадались.
Вы отработали у них тримора? Ребят, подождите, не трогай, Хорхе! Хорхе, не трогай! Я посмотрю, что там. А всего лишь одно бревно... Бревно? Одно бревно, что ли? Что так неинтересно? Ребят, кто-нибудь подхильте сейчас. Еще один! Подхил. Блин, не успел. Ребят, к нам пришли. Я умер. Груз доставал. Надо было с этим самым, с аквалангом. А, угоняет! Сука! Паш? Хрен тебе, кого? Не угоняет. Вот как надо действовать, правильно. Ладно, сваливаем его отсюда побыстрее. Сейчас попробую достать. Акваланг нужен. Одеваешь акваланг, опускаешься. Ну, на мне акваланг. Снимай, когда опустился. Может, ребят, уедем отсюда, они всякое... Ребят. Может, уедем отсюда, всякое они это предупредили. Ребят, к нам едут, быстрее. ТП делайте, и все. А там один, кстати, это они... А давай поймаем. Он с паком. А, не успеем. Меня подождите только. Лев, за тобой заехать? Вы что, рядом должны быть? А, нет. Да не надо, не заезжайте. Я как он автоматом хочу вам кидает, золотую уровню. А, кого-то забыли? Мы пак поднимаем. А, ладно, понял. Плыви быстрее, ё-моё. К вам? Нет, я себе. Он еле поднимается. Ускорение включи, ты кот. Включил. Все. Я наверху. Ну, град. Ура! Забирай пак, сдавай у нас. А? Наша луна куда-то погибла. Она погибла. А с чем пак-то хоть? Вот возле меня. Чё, куда плывем? А уже надо, наверное, портоваться. Луна наша умерла. А она вот возле меня. Ну давай попробуем, сдадим в этот порт. Так зачем у нас сдать или еще? Я что-то в конце сзади заметил. Да хрен они нас догонят. Че? Нам все равно это. Че, сейчас порт сдаем и портуемся? Что, сокровища искать не будем? А вон паром плывет за нами, видимо. Слушай, а он просто Q нажимаешь, наводишь на цель, и он как бы в него попадает, да? Да. Где
ракеты, они там сзади были. Ну, два раза их нагнули. Видимо, ему поняли, что мы пак подняли. Ладно, вы смотрите. Затонувший корабль. Ну, там может быть эта хрень. А у тебя есть чем поднимать? Да, есть. Сундук ищите. Возьмите кто-нибудь эту пак. А где он? Может. Нельзя! Нет, нельзя. Ну, одевайте кто-нибудь от поланки, отдам эту хрень, чтобы поднять. Через 32 секунды зарядится. Давай, ждем тогда. Внизу 4, нет, 3 маленькие медузы. Будьте аккуратны. Вы по сторонам смотрите тоже, ребят. Все, а зарядились. Орхи, может я пока уберу, сейчас акваланг возьмем и уберу пока корабль. Согласен? Просто светить как бы не охота. Привет, ты здесь? Ладно, я тогда подвести спускаюсь, я корабль. Я корабль спускаю. Отпускаю. Не знаю, тут ничего нет. Ну да, ничего нет. А может там по квесту там что-то? Какой-то кусок корабля. Ну нафига тогда медузы они? Спрашивается. Печалька. Хорки, а ты в игре? Я тут, ё-моё, извините. Я вернулся. Ладно, все, поднимаемся. А что такое? Нет ничего? Нет, нифига нету. Либо подняли уже, либо что. Опа, опа, опа. Че? Привет. Привет. Извини, чувак. Ты попал. Потом занимайтесь таким. Пиратствуйте. Да не, мы чужих. Чё? Да. Бей, убей. Чё, бьём?
Блин, ну парома 4000. Да ну нафиг. Я с вами бы хотел. Да, ну реально, что бедненького лишать лодки? Да она тем более бесплатная. Вот там точно. Дальше гарпунник. Где? Вон впереди. Сейчас прыгаем. У меня еще один. Блин, их ребят много. Сваливаем. Я серьезно. Хорхе! Не тормози. Да я здесь. Я как-то... Их трое, три марана. Это по нашу душу. Мне кажется, да. Принеси пульт, покажу. Ой-ой-ой-ой. Я не могу. Вот, вот это, кнопки назад. Вроде вот ушли. А, вон он. Кто-нибудь за абордажный, врубитесь. Там одна девушка. Бьянка. Все, сейчас выравниваюсь, скажу когда. Стреляй. Можешь не доставать. А нет, достал. Бугага. Так, ладно, я ее уворачиваю. Тяни назад ее. Бедная девушка, извини. Она пиратка, смотрю, не пиратский этот. А? Пиратский флаг мне. Ну все это. Рядом еще один. Внимание. Пока не перепрыгиваем. Ух, ё, целый пак. Ребят, но мы его не выдержим. А, ладно, сварим. Ребят, кто там насчет минеральной воды? Извините, я забыла, как зовут. Есть там еще один тримаран. Еще два. А сзади, слева, блин, они у нас стреляют. Прям не воткнешься. Их четыре это... штуки. Что, надо саппортоваться, надо тебя высадить, Хорика. А этот гарпунник отвяжи, быстрее, режь. Минеральная водичка, плюс ими, пожалуйста, в чат гильдии. Пожалуйста. Ой, это добрый человек. Галка? Вчера камень. Нет? Да-да, я. Ой. Отправила обратно. Спасибо. Я уже получил. Не стоило. Нет, спасибо большое. Че, пробуем? Галка. Только мне как-то стрёмно, они ровно идут. Я надеюсь, их там немного народу. Да нет, вроде. Они расходятся. Ну чё, гарпун и галку. Мне кажется, они вместе. Ах ты, сволочь, ещё стреляет. Наверное, гарпун вот так. Так, вот с паком.
Или они оба с паком? Догоним, не догоним. Ладно. Усиленно. Ладно, свап. Зали один за нами. Потеряли одного. Сейчас. А он. Их двое, ребят, он, внимание. Он прицепился к нам. Да я вижу. А резать трос нельзя? Ай-яй-яй, лечитесь, лечитесь. Нет, нет, он порезал. Ой-ой-ой-ой. Куда он пропал, блин? Читер. Офигеть, мы его начали бить, он взял пропал. Он, видимо, не инвиз врубил. Ай-яй-яй. Хо-хо-архи, блин. Увидела точку? Да, спасибо огромное. Лучше б не смотрела. 3 дня лесом, 3 дня полем. Ну вот я 45 минут шел практически. Оттуда тебе на гору. Здорово. И это хорошо, что я купил один росток аквиумного дерева. Эх, ушла. Хэмер сценарий кто-то. Так, чё, сваливаем отсюда? Нет, внимание. Ладно. Ладно, чё, Хорки, тебя куда высадить? Да, без разницы вообще. Давайте сваливать обратно на берег. На восток. Путь у нас восток. Полетим в Нистру. Ну хотя бы один кадр. Вославится наше имя. Имя нам. Я не могу понять, у меня когда я вот видео захватываю, вас хорошо слышно, а вот мой голос микрофона почему-то очень тихо захватывает. А с игры нормально. Не знаю, что делать. А попробуй в настройках, там скорее всего. Это микрофон, у него радиус, ну, шум, как это, удаление шума или понижение шума вокруг тебя просто. Интересно, чья лодка? Чья лодка? Лодка, которого мы на это, наверное, убили. Не, это вообще откуда-то хрен знает. А кто-то на это переплывал, тоже выкинул. Там труп валялся он. Ну чё, ребят, нормально сходили? И тишина. Супер.
Я даже все на застримил. Наверное, скорее всего, надо сейчас активно качаться, хоть 40-й точно получить и звездой ходить. Пятеркой. Это по-другому. Раз, два, три. Сейчас вот для стрима специально звук буду записывать. Я чуть повысил. Я шум поднял. Шум поднялся, лично. Да? Да, поднялся, но да, шум нет. А сейчас? Тоже шум нет. Ну, сейчас подавление шума нажал. Но это режим конференции просто сделан. Он как бы дальность захватывает, типа. Прикольно, кто-то это острова сделал пугало, но жалко, убивать нельзя. Дом-то можно разбомбить? Можно? Точно? Я выделяю дом. Ну. А я тоже выделил дом. Попробуем. Ой, дельфины. И пугало можно тоже бить. Блин, почему у меня этот глайдер, блин, опять в сумку лег? А, я же этот одевал. Пугало неуязвимое. Дом тоже, у него защита стоит. У него тоже неуязвимость. Ё-моё, смотрите, сколько пахнет. Офигеть. Ребята, кто подскажет, в каком разделе бананы находятся? В аукционе. Кто-то быстро место это застолбил-то для себя, а? Бананы находятся в каком-то в орехах. Прикольно. Ага, нашел, попроси. Че, почапали? Прям. Им, поехали. Че-то как-то нормально прыгали дельфины, потом бах, все на бок легли. Поздыхали. А чё, я могу, в принципе, уже портоваться за головой тыквы, блин. Здесь корабля... О, чужой. Иди по курсу. Не, наши. А, нет, не наши. Хромы. Боя. И где они? Попробуйте что ли? Катер угоните. Вот он. Блин. Форман, спасибо. А, только не пропал, а жалко. Ну, ничего. Ну, хоть не белый. Поймаем, не поймаем. Сейчас выровняю, скажу, когда стрелять. Огонь. Ребят, есть кто катер строил? Приготовьтесь стрелять. Узнать. Нет, не догоняем. Не достает просто. Человек, который спрашивает про катер, что ты хочешь узнать? Там пишут, типа на место постройки надо 3 базы сбросить. Сейчас тут. Сейчас, да. Вверх, одинаково. Вот сколько-то написано, сколько ты должен заплатить. Хрен.
Я понял. Достал, достал. Я бы сразу бы не снимаюсь. Блин. Не понял, как порвал? Они отрезали? Как они отрезали? Порвался, что ли? Цепили. Видимо, там на гарпун, когда у тебя врезается, его можно как-то это... Вынять, типа, из этого? С корабля? А? Типа, если он внутрь, да, корабля попал, его можно снять? Ну, думаешь, что да. А, сейчас его сделают. Его там жучок грызет. Натягивай его назад, тяни. Назад иди. Там моб на них еще какой-то сел. Отпускай. Еще один гарпун. Отрезай. Отрезать? Отрезай. А нет, погоди, погоди. Блин, ну что? Да блин, за нами. Мне просто понравилось, что он сзади нас. Что это за воронка, бля? Короче, сразу попытаемся узнать Кримара. Хорошо? И сваливаем. Ребят. Хорошо? Окей, окей. Сейчас тут мобов дохренища еще. Ладно, сваливай. Его загрызли. Меня сейчас тоже загрузут. Кто у штурвала? Я. Так, мы точку немножко проехались. Надо было резко убивать ее. А я не мог осыщить, я как раз крутил на себя это, блин. Надо было кому-то... Да. Ну тогда я вот... Да, скорее всего, вы правильно говорят, надо звездой ходить. Все-таки лучше на тримаранах, вот, чтобы вот такие корсат следить, лучше пятерка или шестерка. А нет, пятерка, да. Чё, кстати, куда причаливаем? А. Ему же в город надо будет все равно идти, да? Да. Ему тогда здесь прям надо, наверное, ближе. Ну, ему где-то, чтобы сдать квест. Ему все равно вот в город придется тащиться, в этот самый верхний, да? Так, ему это наше. Туда придется, наверное, тащиться. Орки, не против? А без разницы. Просто ее тут и встретить могут, да? А, здесь войны нет вроде. Или есть? А, тут все равно... Закончил. Время перемирия 3 минуты. Чей-то галеон. На NPC-сне. Да нет, вроде. Здесь вроде не должен быть.
Скорее всего, это NPC. Ладно. Так, ну ладно, я тогда тоже телепортируюсь. Круто. Повоевали. Так, стрим вырубаю, потом кину в группу. Чё, ребят, всем спасибо, всем все было клёво.